Если увидите попугая, это моего соседа. Летим в Чикаго. Сонька, как тебе овсяночка? На вкус очень полезно. Что туда входит? Ну вот, больше всего меня смущает цветная капуста. Никогда. Запомните. Лёша, назвался груздем. Назвался груздем, доставай камеру. Чего я должна тут ходить? Каминг дамстерс. Что? Чикаго любят дрифт. Раз они не умеют снимать хороший контент, я буду контент-мейкером вместо них. Так, значит, там вода, там колонны, здесь дома, а там дальше, как маленький Таймс-сквер в... Здравствуйте. Маленький Таймс-сквер впереди. А это парковка. Смотрите, какая красивая. Похоже на кукурузку. А вода как прям не могу. Лагуна. Чикагская парковочка. Ну, такое доступное. Здесь идет разборка. Короче, мы заселились в квартиру, и она оказалась очень грязной. Да-да-да-да-да-да-да. Мы решали эту проблему как могли. Вот чьи-то, наверное, слюни. Мы решали и решаем эту проблему как можем. Посмотрим, во что это обернется. Сломанный шкаф здесь. Арт. Вот, какая кровать. Ну, в общем, мы не ожидали, потому что... Сама квартира прикольная, но здесь очень грязно. Посмотрим, как у нас получится справиться с этой ситуацией. Я бы сразу так, ребята, наверх. Это Лиза. Я тут решаю все. Она решает. А это чья-то сопелька. Где Киану Ривз? Киберпанк. У меня Киану Ривз ходил на йогу со мной. Прям с тобой ты на йогу ходил? Ну, я заработал. Эта игра еще не вышла.
В общем, мы попросили, мы все порешали, и теперь нас переселили в новую квартиру, которая, ну, я не знаю, наверное, в два раза дороже, чем та, в которой мы были. В два раза? А больше? Три раза дороже. Алекса, вот такая квартира. Вот это включил телевизор. Опа. Music by Go-Go Penguin isn't included with Prime. I don't know. Hey Alexa. Play over 60 million songs on this epic album. Где? Покажи. Я так, видишь, я за тобой скучаю, а так раз я включил, и все. И вот ты. Кстати, мама, я в телевизоре. Вот эта машина, а это такое все. Кляри. А вот эта машина, ебать. А это четверка, да. Ну да, конечно. Макляра. Сердечко, сердечко вон. Да, блин. Там сердечко, ну да, сердечко. Вы уже спите? Вы уже проснулись? Тук-тук, можно к вам? Блять. Что такое? Полочки? Да, кости есть. Двери. А, падение пауков. Что скажешь, слон? Разве можно не влюбиться? Ну да. Ой. Нас не а вот и сам к вашим сердцам. Сегодня любим. Да ну ты сейчас позориться не будешь, а просто расскажешь нам стихотворение без жонглирования. Не нужен мне. Мне 13 номиналов. А стих, а стих. Я последний не отозвал. Опа. Это сразу лося, чтобы его прописать можно было. Опа. Я себя оценил 100 баллов, потому что я стоял 100 тем. Все, закройте, я пошел на улицу. Ильюха. Нужно такие номера сделать, все, объясните мне. Нужно себя так взять и клеймо
как-то мухи висконсинские не похожи на других. Видеообзор на Бэху. Зеркала автоматически задвигаются, поэтому если их пытаться вырвать, то Илюха будет психовать. Это я знаю. Значит, если машина закрыта, как вы видите, багажник не открывается, двери тоже. Пленка на фарах надета. Такая троечка. Живая, бодренькая, резвенькая, молодежная. Я бы ездил, честно. Еще я заметил, что задние колеса торчат. Все передние не торчат. Я не очень хорошо разбираюсь в этих всех приколах. Но это, наверное, сделано специально. Тебя нарисовали? Покажи, да. Покажи. О, мой гад, вау. Что вы робите? Может, вернемся так же, как ехали? А еще нормально. Ух, я весь, блядь, мокрый. Налево! Нормально? Лиза, что ты заслоняешь такой кадр мне? Гадбол. Ух, отойди, а то тебя порежут. Аня, плотнее его. Так, давай покажем, какая здесь... Ой, какая здесь люстра, матерь божья. А там есть лежак внутри. Да я видел, ты его поломал. Не я. Да ты, поломан, ты. Да, это какая-то муха вещи. Ловко, а это паука. Прикиньте, креветки. Паску забыли. Так нельзя. Да. Найс.
красиво. Каждый раз, когда я беру камеру в руки, я подхожу к человеку и спрашиваю, какое ваше достижение в жизни. Да. Вы в нашем влоге в первый раз? Да. Да. А зачем так круто? Давай ты. Оно типа тебя разобрало. Оно красиво. Да. Почему-то пьют пиво. А глаза-то какие синюшные, господи ты боже. Ну типа голубые. Ищи место. О! Вы в нашем влоге первый раз. Здравствуйте. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Юлия. Мне 25. Ну, мы не говорим жениха. Можно и жениха? Мы там выйдем. Нет, не будем вечными. Я для сайта. Не жената, не коронавирус. Да, вы тоже не приехали. Первый раз. Ну, вы Александра, мы все это знаем. Вы в нашем влоге первый раз. Здравствуйте, представьтесь. Здравствуйте, Вика. Все замечательно. Одна только Юля сказала, 25. 25? Хорошо. Менеджер. Ваши достижения в жизни, девочки? Федь, уйди. Повторите вопрос за бабки. Бабки не проблема. Не проблема бабки. Ну, на рыбе я только мясо умею жарить, а рыбу я не буду. Нас повяжут. Оп, очень профессионально. Ты что, за мной подглядываешь? Да. Где? Что, брови на месте? Пока что да. Напоминает Коростенский Новый год. Я самодеятельный. God. Я себе заливаю. Да ладно, ты...
Что, Илюха, как спится? Так, обзор на BMW. Батарейка. BMW. Мотор N20. Лоховской. Наман. Пластиковую хуйню тут налепили всякую. Ну, она так тарахтит, как и Лада. Как дизель, да. Где турбо? Где турбо? Вот, там. 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 Анька только что ездила, говорит, прикольно. Новая. Ну вот альтернейтер. Прежде чем к нему обратиться, я такая, типа, обработка. Илюха. Я такая, Илюшкин молчит. Илюшка молчит. Потом я такая, что Илюха, Илюха. Ну, начинаю полностью, типа, потом такая, Илья. Yeah.